My Pokemans, let me show you them! Shut up! Не могу дождаться, когда попаду в город и получу своего первого джим-баджа. Это будет как... Надпись «Спящий покемон не дает вам пройти». Перестань, идиот, проход закрыт. Hey. Как мне обойти эту штуку? А, Снорлакс, ты должен разбудить его, чтобы пройти. А я не могу его просто обойти. Нет, идиот, чертов, ты должен разбудить его покефлейтой. А где я такую могу достать? Можешь купить у парня прямо там, дебил тупорылый. Эй, тот старик сказал, что я могу у тебя купить покефлейту, можешь мне ее продать? Эй, можешь мне продать покефлейту? Я не могу говорить с тобой, пока ты не станешь передо мной, тупица. Ладно. А куда это ты собрался? Устроим битву! Я не хочу драться, я просто хочу покефлейту. Если ты хочешь покефлейту, сначала ты должен сразиться со мной. Хорошо, давай. Сразимся же! Метросексуальный хипстер хочет драться. Окей, Пикачу, я выбираю тебя! Пикачу! Ха, в этот раз ты проиграешь! С нашей последней битвы я поднял уровень своего покемона до 100-го. Готовься проиграть! Вперед, метапод! Что это за хрень? Хипстер метросексуал. Одевается как жгучий парень внутри гея, чтобы выделяться из толпы других парней. В итоге выглядит как полный дурак. Ты нет, я про покемона. Моя вина. Метапод, полностью бесполезный покемон. Бесполезный? Мой Метапод 100 уровня, и он настолько крут, что я еле остановил его от превращения в маленькую девчачью бабочку. У тебя нет шансов. Сейчас мы это проверим. Пикачу, используй удар. Пикачу использовал удар. Вообще никакого эффекта. Ладно, Метапод, пришло время уничтожить его. Затвердевай! Метапод затвердел. Окей, Пикачу, используй удар молнии! Пикачу! Пикачу использовал удар молнии, никакого эффекта. Мой метапод становится тверже от этой битвы. Становись тверже! Электрошок! Затвердевай! Царапай! Затвердевай! Удар! Пробей его защиту своей твердостью! Царапай! Затвердевай! Затвердевай! А как насчет затвердеть? Еще один удар, и твой тупой метапод умрет! Метапод! Используй максимальное зелье жизни! Ладно, Пикачу, отступай! Теперь Чаризард! Теперь атакуй Метапода своей... Стой, а почему я не могу попросить своего покемона направить атаку на тебя? На меня? Потому что... это против правил... Окей, Чаризард, используй огненное дыхание на метросексуальном... Хорошо, хорошо, хорошо! Вот твоя дурацкая покефлейта! Это же не покефлейта. Слушай, если ты реально хотел покефлейту, то надо было купить у парня прямо вон там. Вот. И дай мне покефлейту. Конечно. Но сперва сразись со мной. И моими 6 метаподами. Шло все нахуй. Перевод сделал Youngblood, озвучили Пеликан и Виски. Не забудь добавить это видео к себе, а также вступай в нашу группу ВКонтакте vk.com/club221-223-19. Ага.